70-х годах 20 века. Жители города Болдер решили побрататься с одним из городов союзных республик, подружиться или подружить народы через культуру. На глаза местных энтузиастов попалась заметка о любви американского ученого к девушке из прекрасного города Душанбе. Выбор был сделан. Приезд высоких гостей из солнечного Таджикистана подарил двум городам не только дружеские отношения, но и решение построить в Болдере таджикскую чайхану. Город выбрал место, собрал деньги, а Душанбе прислал лучших мастеров. Таджикские ремесленники оставили здесь свою душу, всю энергию и любовь. Был случай с мастерами, который очень меня тронул и запомнился. Время, когда шла работа над отделкой чайханы, совпадал с месяцем Рамазан. Тогда мастера держали пост и в течение дня ничего не ели и не пили. Они открывали трапезу вечером. Когда местные жители узнали об этом, они стали приносить еду сюда в знак благодарности. И к концу дня продуктов становилось очень много. Тогда мастера открывали пост и приглашали всех жителей поужинать с ними. Это были очень теплые и душевные вечера. Из Таджикистана в город Болдер были доставлены прекрасные резные колонны, чудесные статуи, которые олицетворяют различные образы искусства. Удивительной красоты потолок, стены, украшенные картинами, передают мудрость Востока и богатство таджикской культуры. Резные кушетки, парчевое убранство – все восхищает и помогает перенестись в восточную сказку. Настоящее чудо архитектуры, задуманное в 80-х годах, появилось в городе только к концу 90-х. И теперь 15 лет радует своим гостеприимством не только местных жителей, но и бывших таджикистанцев. Когда мы начинали работу в чайхане, мы старались, чтобы блюда подходили ко вкусам местного населения. У нас больше американской еды, но мы также стараемся сделать традиционные таджикские блюда, а также блюда центральноазиатской кухни. Здесь также стала традиция отмечать весенний праздник Навруз. Сюда приезжают много гостей, мы готовим плов и другие национальные блюда. Люди здесь также проводят свадьбы. С недавних пор рядом с чайханой стали проводить и ярмарки фермеров. В самом начале люди не имели представления о том, что такое таджикская чайхана. Ее сравнивали с японским чайным домом. Но он больше связан с церемонией чая, чем с самим домом, как местом общения и красивого убранства. В нашей таджикской чайхане все очень красиво. Много узоров, вырезанных из дерева и гипса. Много нарисовано на стенах, и это впечатляет многих гостей. Отношение к чайхане местных энтузиастов, зачинателей этой идеи, очень тронуло нас. Они рассказывают о восточной красавице в американском городке с глубокой любовью, искренним почтением и почти с детской наивностью. Они рассказывают о своем Душанбе и своем солнечном Таджикистане, который они открыли для себя, когда впервые попали в нашу страну. Мне нравится таджикская еда. Вкусные таджикские фрукты. Я думаю, они лучшие в мире. Я ценю дружбу между нашими народами, потому что у меня очень много друзей там, в Таджикистане. Для меня в большей степени чайхана представляет таджикскую культуру и все то хорошее, что есть в вашем народе. Я думаю, это хорошо, когда люди из разных стран встречаются, дружат и общаются. Так они узнают о других странах. Мы все разные, но мы можем быть вместе. Жители Болдера знают, что Душанбе очень далеко от нас. Знают, что в этой стране живут лучшие ремесленники, которые могут работать с деревом. И благодаря которым в Болдере стоит такая роскошная чайхана. А еще они знают, что в Таджикистане тоже есть горы. И они очень красивые, даже красивее наших.
Все эти годы таджикская чайхана в Болдере заметно оправдывала свое назначение. Сюда люди приходят попить чашку чая, поговорить по душам, насладиться прекрасным и просто почувствовать себя как дома.